I'm gonna burn it down. Burn it down. На канале «Пункт назначения». Свой очередной отпуск мы с Сережей решили провести на крайнем севере, в Арктике. Главной нашей целью является поселок Амдерма, за которым плотно закрепилось звание Арктической Припяти. Амдерма – поселок городского типа на крайнем севере, омываемый Карским морем. Это в прямом смысле край земли и край России. Здесь заканчивается Российская Федерация, а сам поселок располагается в пограничной зоне. Именно поэтому в Амдерме действует контрольно-пропускной режим. Чтобы попасть сюда, нужно оформить пропуск в пограничном управлении ФСБ. Подробную инструкцию о том, как это сделать, вы найдете в моем инстаграме. Но прежде чем мы начнем наше путешествие, я хочу рассказать о потрясающем канале Underworld, где парни интересно рассказывают об уникальных, сложных для проникновения, а порой даже опасных местах. В общем, все как мы любим. Еще у них вы найдете много материала про подземные объекты. Короче, сама смотрю, сама подписана. Подписывайтесь и вы. Ссылка в описании. Наш рейс до Амдермы был назначен на следующий день, а пока мы решили немного осмотреться и погулять по Нарьян-Мар. Нарьян-Мар – город небольшой, население около 25 тысяч человек, и еще здесь нет ни одного высшего учебного заведения, слишком мало людей. Поэтому за высшим образованием молодежь едет в города покрупнее. И уже здесь мы почувствовали суровый климат Арктики, а именно мороз, ветер и неожиданно наступающую темноту в 4 часа дня. Говорят, что особую красоту Нарьян-Мар приобретает глубокой зимой, когда маленькие деревянные домики, из которых, собственно, и состоит весь город, заносят снегом. Но этого мы не увидели, так как из-за экономии денег специально отправились в Арктику в межсезонье. Друзья, вот этот вот домик, это оказывается корпункт ВГТРК, то есть телеканал России. Вот видите, они здесь базируются. Вот. Давай дом людям покажем, как это выглядит. Но особенно здорово выглядят автобусные остановки в виде юрты и стойка с колоколами прямо на улице у церкви. Смотрите, у нас прям как в Тибете получается, у нас, ну не у нас, а в Нарьян-Маре, колокола на улице, можно вот так подойти, позвонить, хотя, конечно, я сомневаюсь, что это сделано для простых прихожан, как мы, граждане для простых, потому что, видите, веревки связаны, так что, наверное, все-таки это сделано с целью, чтобы здесь как-то или священнослужители, или звонари звонили по каким-то, может, особым датам, хотя, видите, вот там... Господи, забыла слово. На башне есть как раз-таки колокола, такие большие, как надо, церковные. И вот я думаю, что все-таки по большей части в них как раз звонят. А это уж, наверное, просто на какой-то особый случай. Уже на следующий день, рано утром, нас ждал перелет из Нарьян-Мара в Амдерму.
вертолет. Вот на нем мы и полетим. Ни разу не видела вертолета так близко. Хотя на Алтае я летала на Белуху на вертолете. У нас там тоже была своеобразная экспедиция. Вот, Ми-8, вертолет. Еще в простонародье называется корова, потому что очень похоже, вот когда он летит, как будто силуэт коровы, я не знаю, ну как бы они мне объяснили. Пойдем туда? Пойдем. Извините, пожалуйста. Что, мало небольшой? Мы... А, тут уже. Давай туда сядем, Сереж. А? Может, сюда сядем? Зачем? Ну, не знаю. А, тут тоже окошко есть, да? Молодые люди, можете сюда присаживаться. Если вам там это как... Да тут вроде окошко тоже. Да, мы уже вещи сюда кинули. А, холодно, да? Не вам, а молодому человеку. А, я тебе холодно. Ну, а нам, а нам долго лететь? Куда? Да. До Андермы? Три часа? Да. Но это минимум. Тоже, да? Да, везде. А уж не трещи. Вот нам сказали, что в Андерме мы должны быть, Сереж, в районе часа только что. А я-то думала, что лететь нам 30 минут с тобой, а оказывается нет. Но вот сказали, что облетаем 5 деревень и останавливаемся еще на Вайгаче. Кстати, вот мы там тоже хотели побывать, на острове Вайгач, но в этот раз не сложилось, потому что очень, ну, очень дорогие билеты. Это, во-первых, и нужно больше времени. Мы полетим. Улетают только одни авиалинии – Нарьян-Марский авиаотряд из Нарьян-Мара, соответственно. Раньше перевозкой занимались еще и авиакомпании «Турухан» и «Нордавия», но у одних отобрали лицензию, а вторые сами отказались от полетов в Андерму. Поэтому теперь до Арктической Припяти летает вертолет, реже самолет, раз в неделю, по субботам. Есть, правда, рейс в среду, но его часто снимают из-за ненаполняемости. Забегая вперед, скажу, что на деле летели мы не 3,5, а 4,5 часа. Как назло, снова поднялся сильный ветер, а лететь против такого ветра все равно, что плыть против течения. Ко всему прочему, вертолет сильно трясло, и была невыносимая духота на протяжении всего полета. Но местных жителей это вообще не смущало. Вначале они спокойно дремали, затем начали шутить, общаться друг с другом, а затем и вовсе открыли коньяк, который тайком пронесли на борт. Вот что значит северная закалка. Ну вот, собственно, друзья, мы прилетели в Каратайку. Очень устали. Ага. Карта Каратайка. Вот мы здесь. Я была в шоке. Самая длинная моя поездка на вертолете длилась 30 минут. Вот и в этот раз мне почему-то показалось, что лететь до Андермы мы тоже будем около получаса. Но никак не 3 с лишним часа. Сейчас у нас в Каратайке до загрузки. Загружаем. И уже потом будет остановка перед Андермой одна. И все. И потом уже следующий Андерма. Но летим мы очень медленно из-за сильного ветра. И, конечно, вертолет просто постоянно вот так качает. Меня очень сильно тошнит. Вот. Так что, в общем, приходится терпеть. Но зато вот я в тундре. Арктическая тундра. Thank you.
Каратайка – поселок охотников, рыболовов и оленеводов. В советское время жизнь здесь была весьма неплохой. Сейчас же тут проживает около 500 человек, что, впрочем, в два раза больше, чем в Андерме. К счастью, на Вайгач мы не полетели, а полетели прямиком в Андерму, потому как за 2 часа сопротивления ветру израсходовали почти все топливо. И на остров Вайгач вертолет отправится уже после Андермы. В общем, еще через 2 часа мы наконец достигли нашего пункта назначения. Ура, приехали! В Андерме живет всего лишь 200 человек, действующих домов 11 из 250, остальные брошены. В лучшие годы в Андерме постоянно проживали до 7 тысяч человек, а в самом поселке кипела жизнь. Андерма была образована в 1933 году, когда здесь нашли залежи высококачественного флюорита, ценного для промышленности минерала. С тех пор поселок стремительно рос. Позже здесь базировался истребительный авиационный полк, также здесь была создана уникальная мерзлотная лаборатория, построена полярная станция, найдены крупные нефтегазовые месторождения. Здесь были школы, несколько детских садов, гостиница, морской порт, почтовое отделение, 2 госпиталя, контора Торгмортранс, внушительный аэропорт, который принимал все типы воздушных судов. Но с перестройкой все это ушло в историю. Кстати, позже мы узнали, что машина, на которой нас везли из аэропорта, называется «Вахтовка» и создана специально для суровых северных условий. А называется она так, потому что именно на таком транспорте перевозят вахтовиков. Так, ну а сейчас я вам покажу, где мы остановились в Андерме. Вот это вот прихожая, здесь такие симпатичные розовенькие обои. Кстати, остановились мы у очень милой женщины, ее зовут Валентина Ниловна. Она, собственно, предложила нам вот эту квартиру. И квартира оказалась очень уютной, то есть понятно, что она такая старовата, но Надежда, Валентина Ниловна тут сама обои поклеила такие вот приятные. И, в общем-то, видно сразу, что настоящая женщина, настоящая хозяйка, потому что сумела навести такой нереальный уют, что иногда просто не хочется отсюда выходить. Ну вот это вот кухня, очень маленькая милая кухня, мы готовим вот тут вот. Будем, точнее, готовить. Ну, сегодня так уже что-то перекусили из того, что осталось из Наринмара, из запасов каких-то, чаек попили. Вот просто тахта,
где я очень люблю лежать. И сегодня уже немножко полежала после перелета, посидела за компьютером, посмотрела, что мы там отсняли в вертолете. В общем, вот такие вот подушки классные. Здесь холодильник, шкаф, ванная. Цвет включается, фен, смотрите, висит. Ванная, все отлично, супер просто душ. Единственное, что прямо перед нашим приездом Валентина Ниловна сказала, что смеситель сломался, поэтому вот такая ситуация. Но сам душ классный, напор просто огроменный вообще. Потому что вот в Нарьян-Маре, когда мы были, там гостиница стоила 10 тысяч рублей за двоих на двое суток, и там был просто жуткий душ. Он был то горячий, то холодный, и приходилось мыться. Ну, как бы, он там 2 минуты был холодный, да, 2 минуты горячий. И вот пока идет холодная вода, ты как бы намыливаешься, пережидаешь это все, и потом, когда горячее, теплое, то ты быстро все это смываешься, потом опять ждешь. В общем, ужасно. Здесь такого нет, супер прям подача, напор классный. Вот это вот комната один, мы здесь спим. Верхнего света нет, только лампа на стене Париж. Телевизор, смотрите, классный телевизор, ловит, кажется, 10 каналов, но я не знаю, мы ни разу телевизоры здесь, я думаю, включать не будем, и сейчас тоже не включали. Валентина Ниловна только показала, что вот, смотрите, тут у меня все основные каналы есть, и все. Шкафчик вот такой вот миленький, здесь всякие книжки, но мы тут не лазили, это хозяйские всякие вещи. Вторая комната, то есть Валентина Ниловна сказала, можете здесь спать, можете там, без разницы. Но мы выбрали там, потому что там она показалась уютнее, а здесь какие-то кровати узкие. Вот, антенна, смотрите, заценили антенну телевизионную. Кстати, вот второй телевизор, пожалуйста, есть. Антенна такая из банок, из-под пива. Цветы в Арктике, растут цветы. И вот здесь я конкретно расстроилась, потому что цветы растут даже в Арктике, а у меня дома вообще ничего не растет. Они просто дохнут. Это кладовка. Ну, обычная кладовка. Давайте открою, покажу. Вот такая вот. Вот. Ну, типа такая кладовка-гардеробная. Тоже, по-моему, очень миленько, современно. Вот. И всякие такие украшения висят классненькие. Так, я выключила свет, нет? Да, выключила. Украшения всякие висят. Вот. Ангелочки, вот это вот явно местного производства. И, конечно, вот здесь вот смотришь из окна. Я сегодня, пока было светло, заварила себе чаек, посмотрела, и там видна Амдерма, собственно, разруха вся. И реально не верится, что ты находишься в каком-то городе-призраке, полузаброшенном, потому что вот здесь очень уютно. Ты сидишь в этих цветочках, пьешь кофе, чай, а за окном, ну, вот это вот все. И выходить из квартиры даже как-то не хочется. И плюс здесь нереально очень тепло. А, да, еще я хотела вам сказать, наверное, завершающее, что в Амдерме вообще нет частной собственности. Есть только государственное жилье. И пока ты живешь, то есть продать квартиру, приватизировать квартиру, купить квартиру вообще невозможно, потому что все принадлежит государству. Ну и, соответственно, пока ты живешь и работаешь в Амдерме на ее предприятиях, то государство предоставляет тебе вот эту квартиру. Это типовая квартира в двухэтажном доме. Вот, собственно, и все. И управляющая компания Амдерме следит за поддержанием дома в хорошем состоянии. Ну и, собственно, друзья, на этом мы заканчиваем день один, потому что мы очень устали, перелет был тяжелый, да и плюс холод высасывает нереальное количество энергии. Идем спать, ну а завтра будем записывать для вас новое видео. Ну а пока оставляйте комментарии, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и обязательно совсем скоро увидимся с вами вновь в Амдерме. С вами была Илона Линарт.